Так-так-так, ребятки, так-так-так-так-так. Пиздец, ложусь вчера спать, уже сплю. Хозяин хаты звонит, я сонный, он что-то спрашивает, я говорю, да, конечно, что он там говорил? Единственное, что я понял, говорит, завтра я приеду, буду проверять квартиру, думаю, что за хуйня? Что тут проверять, блядь? Пошла вода. Чё он хочет, нахуй? Говорит, что-то там, как дела у тебя, что делаешь? Какую-то хуйню спрашивал. Чё, не можешь написать в Телеграме, долбоёб? Блин, вот меня интересует, зашел сегодня к Фабгану, он там что-то DLC играет, с Мунвейлом проходит, у него 210 левел, и он просто с контрола 2100 въебывает. На пол экрана, если что, Мунвейл бьет обилкой. Это что вообще за дэмэдж? 200 на пол экрана, блядь. Охуенно, на 200 левеле. Это как? Ну, решил с утра пораньше постримить, пока из хаты не выгнали. Ну да, да. Так-так-так, мне почему-то Фабган сказал, говорит, слушай, твой билд понерфили, кстати, а еще там боссы, ты умрешь. Удачи. Боссы попу рвут. Ну, я вот видел, он просто бежит, и обычный моб подходит, ему дает тычку, 80% хп уходит, он такой, блядь, что за хуйня? Так, чисто обычный моб, 80% хп, ну, в целом нормально. Блин, у меня такое чувство, что надо еще покачаться, парни, что думаете? Кольцо Микелы есть. Тайное место является видение, требуется древо Эрт. Какой-то мужик стоит теперь. Левел 200-й. В самый раз, так я New Game Plus. Что в самый раз? Это New Game Plus. У меня сложнее все. КП у них больше. Нихуя не в самый раз. Дай тебе пизда, блять. Никто на New... Блять, вы говорите, у меня большой левел. Челы все проходят, у них 210 плюс левел, но они не New Game Plus. Может заново начать игру просто? Что думаете? И покачаться потом? Не знаю, страшно. Страшно, что будет у меня disadvantage. Думаю, обычно НГ 143, меня один босс двух ударов убивает. Ну вот и думай. Не знаю, короче, я иду искать новое оружие, и вы ничего мне не сделаете. Тут какие-то новые амулеты, вот новое оружие. Вот это мне надо. Тут надо по дороге бежать. О, тут босс, да? Тут босс. Все, босс? Сразу же босс. Пять. Сразу босс. Спасибо. Рыцарь тюрьмы. Что это? Заебись. Это дэмэджа супер мало, нет? 600. Вон 1300 дэмэджа. Я говорю, там с Мунвейла у челов по 2500. У меня, блядь, 1000. Супер медленная анимация. Так и должно быть? Чё это кал? А, он еще и пьет. Иди нахуй. Ну это честный босс. А честный чек. Он опять хотел эсну выпить? Или мне показалось? А, нет, у него нету эснуса больше. Ебать, у него хп, это просто пиздец. Не, Сань, дыхабельно. Да не, хуйня какая-то. Че у него хп столько много? Ручник одиночества. О, это сет Хавеля? Или что это? Это все? Тут ничего больше нет? Я не понимаю, что тут делать. Непонятное, непонятное DLC. Это странная локация, нихуя нет. Просто, как и вот весь Elden Ring, просто огромная локация, поле, где ничего нет. Благословение Древа Упадка. Осколки Древа Упадка можно найти в Царстве Теней. Это получаем, если только... О, это найс. Как семечки для фласки юзать, их и навсегда баф. Мне надо в какой-то другой билд свапнуться, я не знаю в какой. Это будет на первом боссе по-любому. Сейчас-то похуй, но вот на первом боссе надо будет свапнуться во что. Я могу просто Мунвейл, конечно, взять. У меня он прокачан на плюс 10. А надо? Деду надо. Это друг? Блять, нихуя себе друг. Артур, ты чё? Я не могу встать! Ебать, у него хп у Артура. Ебать, у него хп реально. Интересное количество. А, похилься, похилься. Найс дэмэдж, братан. Ебать, чё тут столько дэмэджа, сука? Ну попади хоть раз. Вот сейчас я не понял, как я не попал. Ладно, я просто контрол использую. А нет, у меня нету маны. Блять, я не успел. Да, братан, очень круто делаешь. Реально молодец. Охуя. Артур лох, зачем он прыгает назад и бьет? Коготь зверя дали. Найс, вот его оружие. Чё, берем? Что, забираем? Но, очевидно, у него миллиард дэмэджа было. Да, 98. Да, это было 98 дэмэджа. Ну, это понятно было, да, как бы. Что-то 98 дэмэджа. Нихуя не вижу, ничего не понимаю пока. Дайте что-то. Требуется огонь. Ну, конечно, тяжело. Подсказки не смотрел, потому что еще нет подсказок. Сегодня будет тяжело, завтра уже приду такой... О, это сюда... Ой, блин, это я знаю. Ну, конечно. Мне надо на костре что-то прокачать, да? Благословение Царства Теней. Благословение Древа Упадка. Усилить благословение Древа Упадка. Благословение улучшает ваше состояние, но действует только в Царстве Теней. И что оно дает? Что оно дает? Впереди неприятность. Впереди дверь. Ого. Реально? Бля, место... Что-то я... Ладно, похуй. По
Парни, ну пока 0 смертей в DLC, думайте. За час 0 смертей. Не знаю, пустовато DLC пока что. Сейчас мне какой-то босс просто расстрахает жопу и посмотрим тогда. В какой только игре, а почему все играют? Не знаю. А-а-а! Не понял. Ты чё, блядь, дурак? Походу сейчас босс будет. Примерно вот прям сейчас. Просис короткую нашел. Перекач, почему? О, лук! Может за лучника поиграть? Есть, короче, я видел архетип. Лучник со стрелами на Poison. И ты просто хуяк-хуяк, Poison, и убегаешь от босса, он сам вытекает. Что думаете? О чем ты говоришь? Есть дерьмо. А вот тут босс уже, да? Да. Но я его не убью в этом билде, мне нужно что-то другое. Мне надо перекачаться. Там две двери должно быть. Вот это. Есть. О, это друг. Послушай меня, отродье грязной шлюхи. Я тебя убью сейчас. Найс игра. Бить ее? Мерзкая отродье шелудивой шлюхи. Впереди требуется голова. Паня, че за хуйня? Найс локацию открыл. Не убить? И нахуй мне это кладовая? Что-то я вообще не понял. Я залутал ключ, прихожу сюда, тут бабка говорит, ты сын шлюхи, и я ушел просто, все? Ну, это странно. Не понимаю, какие-то локации просто огромные, пустые. Ударь их! Блять, оно просто не бьет. Интересно, в Владе немного хуже локации придумано, чем в ДС. Действительно? Что-то я не понял, какой это кау? Нет, ну это кау. И где я сейчас? А, я прям перед боссом, да, типа был. Ну, короче, я всю локацию обсосал, хз. Тут вообще больше ничего нет. А чё так много? Ну, пойдемте сдохнем, хз. С двух тычек лёг, так это нормально. Вот, походу, лев. Райс. Я поспал, значит, вчера. Угу. Опять там что-то про шлюху было, я не успел посмотреть. Это какой-то цирковой лев, не настоящий, он мертвый. В доспехах самурая, с рогами. Ой. Ну что это? 1025! Найс дэмэдж, чел. Охуенный дэмэдж. 1025 дэмэджа, найс. Ты мне надо 20 тысяч по нему сделать или что? Подойди, подойди. Нихуя. Моменталочка. Да, блядь, она моментальная, запомни. О, это как Фрида. Нихуя, ваншотает, блядь. Сука, обморожение ваншотает. Эх ты, обморожение ваншотает. Я думал, оно немножко урона нанесет, и похуй. Но оно ваншотает. Оно ваншотает, и оно все равно остается. Следующий удар, по идее, стан уже. Нет, еще один, да? Блять. Стамины не было. Я умер? Ну да. Хуя плотный дымник у босса. Блин, я умер. Но урона супер мало. Типа, у челов в два раза больше урона, чем у меня, то есть я его уже бы убил 100 раз. Вот бы было нормальное оружие, вот был бы дэмэдж. Ну как бы, сами понимаете. Ну пострадаю, типа, первый босс, ладно. Можно пострадать чуть-чуть. О, 826 дэмэдж. Да, крутой дэмэдж. Как говорит чел, да нормальный у тебя урон. Да блять, куда я кувыркаюсь? Я же в него хочу. Я умер. Я умер. Камера вообще божественная. Лок таргета лайк. Замечательный. Вот это круто они сделали, блин. Локается на боссе, и ты не видишь ничего, даже его. Заебись.
Как меня оно достало? Я умер. Мне достало, интересно. Ну, просто заебатый лок таргета. А без лока таргета двурука невозможно попасть. Бля, Дина. Вот вы что-то видите, что происходит? Я, ну... Я не вижу ничего. Так понимаю, тут фазы по... Блять, моменталка, я забыл. Фазы по стихиям. Мы его еще не застанил. Сработал чит дес. Я умер. Ты в угол зажимаешься. Блять. Как можно зажаться в угол, если он до тебя телепортируется? Где бы ты ни был. И, ну, кидает тебя куда угодно. Чуть не утопил в хилках. У тебя что, не должно быть в игре хилок или что? Чё ты несешь? Да, он юзает оружие, прыгает, еще и хилки, понятно, казуально проходит. Я вот прошел без хилок. По попой. Вы видели жопу его? Это как человек. Это человек типа или что? У него жопа была видна. Трусак. Что за бред? Я видел. Почему ты не станешься, чел? Почему он не станется? Я же его застанил. Я вот тогда два раза застанил в прошлый трай, а в этот раз ноль. Че за хуйня? Походу у него только ноги и голова. А если между ног, ногами и головой бить по костюму, то не будет дэмэджа. Ну, очевидно. Как я должен в воздух забраться, чтобы его ударить? Я бы его уже убил. Чел, на ступеньке нокнул. На ступеньке, блядь. Че, блядь? Как это вообще? Охуенно. Чел просто на ступеньке сидит. Отдыхает уёбок. Давай. Спасибо. Это что, донат 300? Ой-ой-ой. Не, ну за 300, конечно, смогу. Тут как бы без вопросов. Понятное дело. 300. Или нет? Или нет? Какая-то фаза каловая, он просто под себя на землю срет, и ты ничего не можешь с этим сделать. Блять. Да. Дальше билд, это какой-то кал, а не билд. Мне не нравится. Мало дэмэджа. Ту-ту-ту. Я почти два раза его убил, один удар оставался, но невозможно. Unlock. Ой-ой-ой, шансы, шансы. Нет! Пизда. А нехуй к жопе подходить. Сам ошибся. А нехуй к жопе подходить, братан. Там виноват. Ой-ой-ой. Да ну нет. Не надо. Как? У меня фулл хп было. Как? Отличный босс. Фулл хп. У меня фулл был. Я похилился специально. Фулл. Было 30%. Какие 30? У меня фулл было. У меня ваншотнул охлаждением. Да. И 3 тычки получил. Я ничего не получал. Не обманывай. Бля, Дина. Зачем ты пьешь? Папа, не пей без меня. Я в углу. Охуенно. Ну, пёс, я застакался. Класс. Пиздата. Чел зажимает тебя в угол, и ты не можешь из-под него уйти. Лайк, охуенно. Разработчик, долбоёб. Иди говна пожри. Чё это? Блять, босс зажимает тебя в угол, и ты не можешь кувыркнуться от него. А что тебе делать? Что? Не, реально. А что я должен делать? Буквально, а что я должен делать? Ебаш. Не, да что я должен делать? Ай, ошибся, пиздец. Не надо. Ну, бля, класс. Бля, и вот эта фаза, это пиздец.
Ты был два... Я три раза был в одном ударе от килла, ну и что? А в чем смысл, если просто босс нечестный? Супер легкий босс, но нечестный. У меня демо маловато. Куда ты кувыркаешься? Брэд. Куда он кувыркнулся? Мало. Чел, я заходил на стрим, там 200 левел с мужиком, 2200 урона. С полкилометра, блядь. А у меня с прыжка медленная атака 1700. И сколько там, 1600? Ты ебанат или что? Там на 900 больше урона. Ну, нет, у тебя нормально. О чем мы говорим? Чему я должен доказывать тебе очевидное, что ты, ну, тупой? Ты тупой. Если ты не знаешь, зачем ты пишешь? Не знаешь, не пиши. Инста-атака. Заебись. Класс. Не достанил до сих пор. Вот сейчас застаню. Да. Давай. Рано. А, инста-атака, я понял. Извиняюсь. Ну я уклонился. Богом клянусь. Я нажал кнопку. Она не нажалась. Бледина. Вот сейчас я должен был его запанишить. О, ну все, смерть. Победа или... Ну, смерть. Да. Он просто отпрыгивает от меня, да? Я умер. Я не вижу ничего! О, все, да? Ну просто ничего не видно! Легчайший босс, ничего не видно! Охуенно, нихуя просто не видно! Дайте что-то. Не, ну как бы first try на NG+, сами понимаете. Только дали опыта. 120 тысяч? Чего так мало, блядь? Какие 100 тысяч? Ты что, дурак? Блядь, 100 тысяч дали, прикиньте, опыта. Для левелапа надо миллион почти. Найс, доставится монстр. Получилось. Чё, куда идти-то? Как бы... А нахуя я его убивал-то? Чё-то открылось, нет? Ничего не открылось. А, вот, справа проход. Все, надо пос... Покажи шмотку. А что мне дали? Голова священного зверя. Отрицательно сказывается на концентрации. Такие маски... Божественность... Повышает мощь призываемых бурь, увеличивает силу и ловкость, но снижает эффективность фляг священных слез. Увеличивает силу и ловкость, нихуя, наверное, на 5. Сколько траев было? По-моему, 2 трая примерно. Типа 2 трая, по-моему, 2 или 3. Ты же на миличнике так проще. На маге в 1000 раз проще, тебе не надо подходить к нему, вы что, шутите? Блять, да, ну на миличнике легко, просто стоишь под ним. У него всего лишь мороз, под собой лужи. Действительно. И билды норм. Да тут вообще все билды норм. Главное, кайфуй. О, это из Dark Souls'а? А нет, не похоже. Но архитектура, конечно, пиздец. Блять, у меня такое чувство, что это невозможно в реальной жизни. Посмотрите, насколько они огромные, вот эти столбы. Каменные столбы, настолько огромные, которые еще и будут замок держать. Вот, не, это... Мне кажется, такой дом провалится. Чего прошел? Ну, конечно. Послание с башни тени. Послание игольщика Леды, адресованное родственникам душам, следующим за Микелой. Микела Всеблагой направляется к башне тени. Чтобы добраться до него, мы должны отправиться в крепость тени и пройти по высокому мосту. Так мы попадем в древние руины, где нам придется сжечь дерево, закрывающее путь. Отправляюсь в крепость. Реально? О, увеличивает количество получаемых рун. Круто, нет? Ну, типа. Ты же там DLC за 4 часа прошли уже на ютубе. Тебе 4 часа получается. Так у них имба билд, а у меня кал билд. У меня кал билд. Не понял, а что тут надо сделать? Я не могу сюда пройти? Ты не имеешь права, вот, ты не имеешь права. Он нахуй сюда пришел? Это все такое короткое DLC было? Фу, блядь, ну хоть можно оффать, ладно. Окей, где я? Я здесь, мне надо куда-то сюда, да? Ту-ту-ту-ту. Как мне куда-то пойти? Охуеть. Зачем я этого босса убивал? С крепостью покончено, я тут все всосал. То есть мне надо выходить из крепости.
А, ну да, вот сюда можно сходить. Только тут, а вон огненный еблан там. Можешь пойти его убить? Великий мост через Эллак. Здравствуйте, ребята. Я свояк. Здравствуйте, дети. Нахуй пошел. О, осколок древа. О, тут файт сразу. Заебись. Сразу же босс. Геймдизайн на уровне моего пениса. И тут можно пробить стену. Нихуя нет. А, охуенно. Найс, геймдизайнеры молодцы. Можно посмотреть сквозь палатку, и там просто трава зеленая. А нахуй тогда ее сюда поставили вообще? Сундук. Вот сейчас будет оружие, да? Вот оно. Флакон огненных искр. Охуенно. В сундуке. Класс. Флакон с духами. Огонь 110. Заебато. А где оружие все? Говорили, что в DLC 150 новых оружий. 150. Я нашел 3. Здесь должен быть босс. Вроде как. У, нихуя там здоровый. Бочка. Александр Бочкин. Так. Это ж просто обычный великан, не? На банках стартанул. Но я могу на банках поиграть, если хотите. Ой-ой-ой. Здорово, братан. Извини. Что ты лысый? Плаки-плаки. Нихуя у него хп много. Куда? Чё он пропадает? Ну... А куда он уходит? Это великан-маг. А чё-то не кастует. Ну, конечно, шмотку с него не дадут. А нет, камень мрака 9. А мне надо 10. Мне надо 10. Вроде обилку меча в стагер сильнее получится, чем критовать. По-моему, нет. О, Антон. Ты чё тут? Нет, обилка меча хуёвая. Опять мы бы и звонили, ну да. Опять. Впереди тайная тропа. Реально? Нормально. Дайте что-то понюхать в игре. Бил босса, да, конечно. Ну, зря. После босса никакого прохода никуда не открылось. Нахуй я его бил. Из этого льва дали 132 кадуш на НГ плюс 4. Мне дали 120 кадуш на НГ плюс 1. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, чтобы пушку на плюс 1 прокачать, зачем еще? Ну... Мне надо пушку на плюс 1 до 10 докачать. О, это телепорт. Впереди навоз. Это телепорт по-любому. Нет. Миледи. Впереди навоз. Че? Легкий двуручник? Прикольно, наверное. А хз, говно какое-то, не? Хуйня, не? 116, очень мало дэмэджа, типа. Впереди требуется прыгнуть. Ну что-то мне не хочется. Вот именно. Челы, что соусы играют ебанутые, почему? Ну ты встал. Не, походу сюда, хотя, наверное, сюда. Блядь, здесь можно запрыгнуть туда или нет? Извини. Да, можно. О, черепеха. Что ты, малыха? Черепеху я трахать не буду. За что? Ну он мешал пройти. Что делать? О, там проход. Королевская магическая мазь. Реально. Если лестница слева прикол будет. Вроде нет. Блять, я умираю. В Dark Souls или в Elden Ring больше одного противника, все, ты умер. Ну потому что... А вот, бочки. I love бочка. Впереди короткий путь, так что попробуй слева. Если впереди короткий путь, так мне значит вперед. Что я открыл? Человек попробует, тогда доставится сообщение. Я открыл короткий путь. Окей, заебись. Найс дэмэдж, бро. Ой. Найс кок. Почему он первый бьет? Охуеть. А почему по нему дэмэдж не проходит? Что-то я не понимаю. Как DLC в целом? Да хуйня какая-то. В целом, пока что говно. Не знаю, что там говорили, 10 на 10. Говно на говно какое-то. Ебать, ну посмотрите на его дэмэдж. Охуенно. А что с ним? Что это, блядь? Я вот сразу ударил, ему даже хп не пошатнулось. Чё это такое? Ты чё, еблан? Охуеть, он еще и маг. У него магия дамажит, и мечом он дамажит двуручно. Не, ну тогда я просто его пробегу, зачем мне его убивать? Пиздец, у босса меньше хп, чем у этого чела. Зачем мне с ним драться? А зачем? Ну почему он первый бьет? Если я первый бью. О, все, мне пизда, я умер. Да, ваншот. Фулл хп ваншот! Братанчик, чё у тебя, фулл хп? Ваншот. Какие, блядь, фулл хп, ты чё? Почти его убил, а нет, ваншот. А нет, ваншот. Найс. Оружие сильное, блядь. Меч рыцаря Мунритиль. Брать? Все, беру новое оружие. Берем. Тут должен быть мэг. Тут должен быть мага. Берем? Тут должен быть мага. Где мага? Не знаю. Камея Реланы. Чё? Вот и мага. Нормально. Усиливает атаки и стойки, которые вы занимали некоторое время. Сила, ловкость, мудрость. Магия, физика и огромная фаланга. Все? Хуйня нет. О, Марика, молю, приви свое дитя и не спошли нам знак. Долго ли еще продлится эта священная война? Ну, минут 5. Бля!
Он в игру играет пальцами. Я вот хуем играл. Какого? Как это он? Зачем он так проходит? Так же неинтересно. Где тут сейв? Я уже сейчас умру, блядь. Опять. Вот там чел. Насыщенный мечевидный ключ. Я же сдохну сейчас. Есть благодать. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот и бобс. Ой, сейчас второй бобс, да? На. Первые попытки? Ну, конечно. А как еще? Братан, попытки? Мне неинтересно. Вот сквиш? Это норм. Че, блядь? Ёбаный маг, сука, сдохни в муках. Блять. Ой. Он не станется, сука. Сук-сукич. Ебать. Нихуя у тебя волына, ты! Кто? Ебать, у него волына, это что? Ебать, у него волынка. О, понятно. Я умру. Ага. Интересно. А он не станется почему-то? Я что-то не понимаю. Он что-то не станется. Я вроде 100 раз его ёбнул, но что-то не это. Мы тут до завтра. Да, это я сейчас билд свапну, и нормально будет. Это ж походу дроп. Да все, дропаю нахуй эту игру. Ай. О, найс. Все, переходи в стадию. Блять, ваншот? Я почти его убил. Бля, просто ваншот. Че за кал? У меня фул хп было, просто ваншот. Ну ладно. Просто ваншот. Вот типа ваншот. Ваншот 3 удара. 2 удара там было мгновенных. Но это не 2 удара, это 1 удар. Это 1 удар 2 мечами, вот такой. Это 1 удар. Это не 2 удара. Это буквально 1 удар. Но это 1 атака. Ну у него 2 мяча. Не хватает выносливости, пиздец. Ай-яй-яй, нихуя у него мувсет интересный. Блять, понятно. Вообще, я думал, сейчас его 2 раз застанем, но не застанил. Чел не хочет станется. Нихуя он, блять, у него все удары на фул арену, походу. Молодец. Вроде изи босс, хз. Так вроде супер изи, я почти убил. Может помочь парирование, блять. Может помочь, блять, переслабаться в мага и ваншотнуть его? Что ты пишешь? Хуя себе, ты чё? Ну да, тяжело. Это первый босс? Нет, это третий. Когда он 2 мяча заряжает, это тяжело. Он за 2 удара убивает огненным мечом. Где вебка? У меня в очке! Проверяй! В анусе у меня. Будешь? Блять, оно не успевает? What? Оно не успевает после переката перекатиться? Походу надо прыгать, хз. У тебя вебка включилась, не показывает ничего. Ну да, все правильно. А он не успевает перекатами? Никак, я типа перекатываюсь, и сразу после переката мне 2 точка прилетает. Странно. Странно. У меня среднее снаряжение, средний перекат. Может реально подпрыгнуть попытаться? Не знаю, сейчас посмотрим. Найс. Я должен начинать. Свинота. Блять. Вот на это подпрыгнуть, я думаю, попробовать. Следующий удар, по идее, это, ну, стан. Ага, охуенно, если попасть. Попади, пожалуйста. Куда он, блядь, бьет? Я просто не понимаю. Он просто рядом бьет. У меня лок таргета, чел бьет рядом, похуй. До сих пор не застанил?
Вот сейчас застаню, да? Да. Лови, говно. Хавай, хавай. Не надо. Чё? Это ваншот? То есть, если первая тебя бьет, то тебя бьет и вторая, и третья. Найс. И что, это тоже надо прыгать? Охуенно. То есть, если первая тебя ударила, то вторая и третья тоже? Охуенно. Я бы сейчас убил его. Он это не сделал. Ну, вроде легкий босс, хз. Прошлый был как будто бы сложнее. Ну, так кажется. Рановато. Мне кажется, рановато. Блять, ну заебал! Как от этого... Как это задоджить? Не перекатом. Как-то, ну, не перекатом. Может просто бежать в сторону? Ну, ты точно не перекат. Ты не можешь перекатом задоджить. Что-то не перекат. Сука, блять. Ну, не перекат. Просто может убегать? Мне кажется, можно попробовать убегать. Вот от этого, да? Только во второй фазе. Ну, у нее тычки вообще не болючие. Вот это, ну вот это только. Только магия болючая. Да ты заебал кастовать магию, когда я хилюсь. Вот опять, он просто кастует. Найс, чел развернулся, 360. А я нет. А я как бью, блядь, мимо, так и бью. Застань его? Застань его? Нет, да? Вот это хуйня. Как-то задоджил, хз, как? Блядь, не понимаю. Мне кажется, просто надо в мили с ней стоять и зажимать. Ну тогда она красным мечом начинает махать, и ты умираешь. Как-то, не знаю, нажимать тайминг, просто спамить кувырок. Так что ты нажмешь тайминг? Там нельзя нажать тайминг. Если ты стоишь далеко, нельзя нажать. Если близко, походу, можно. Не знаю. Надо сразу, короче, вот так юзать, и все заебись будет. Не надо. Она меня убила, прикиньте. Идеально все сделал, два раза ее опрокинул, ей похуй. Комбо с 50 ударов, как бы поебать. Ну что это? Вот эти мечики тоже ебаные. Мне нельзя подойти, когда на эти мечики кастуют. Найс. Иди нахуй отсюда. Классический босс мельница. Да, классика. Ой-ой-ой. Еще сучка. Ну все, я умираю, да, тут? Слава богу. Оно меня не застанило в этот раз почему-то. А, класс. Классно. Какое обычное комбо заказываешь? Никакое. Я не заказываю никакое комбо. Ой-ой-ой. Да-да, ты уже встанем. Скопирую сейв. Он в Steam Cloud. Как я его скопирую? Блять, не понял. А, то есть мисс, да? Автоприцеливание. Делаю перекат, удар ПКМ. Я ударю рядом, автоприцел не работает. Найс. Нет, не работает. И не можешь скопировать сейв, который находится в облаке Steam, блять. Я армор с низким поясом. Конечно, 160 поясов у меня. Это мало, реально? Угалу. Перу. Гато. Скачивать нет, он у тебя, он хранит их, блядь, в облаке. И потом скачивает тебе на ком, когда ты скачиваешь. Короче, я не знаю, о чем ты споришь. О том, где хранится сохранение в Стиме. Окей. Заебешь. Стан будет? Охуенно! Ну почему? Он не может развернуться! Я не кричу. Почему я нажимаю ПКМ, и он бьет перед собой, вместо того, чтобы в таргет развернуться, который залочен? Почему? Что это за тварь? Почему она может развернуться, а мой персонаж не может? Я в жизни могу развернуться, почему она не может? Это бред. Это маленький привет, что ты сплачешь или нет? А, да, нихуя. Нормально. Молчит. Я нет. Я голос сорвал. Я давно кого не было. Я кабан, бля. Игра рандом, вот как тебе повезет, так и будет. Не повезет, ну соси.
плюс останется. Прям сейчас. О, найс. Немножко отрегеним стамину. Найс, легкотня. Блять, я 4 раза... Вторая фаза? У, блять. Я 4 раза оружие свапнул. Я без оружия бегал секунд 15. Это пиздец, что я нажал? Ебаный рост, я просто оружие все убрал. Ну это БМ был. Я просто оружие, блять, убрал. И вспоминал, как оно достается. Да, без магии. Еще 5 фласок осталось, то есть супер изи. Под Серегу пирата убил. Кто с голосом? Мне кажется, я сорвал голос. Я орал на друзей. Первый Саня коня убил, второй сейчас. Коня? Какого коня? Тигра? Коня? Вроде изи. Я говорю, это изи босс. Это супер легкий босс. Я не знаю, супер легкий. Ой, блядь, супер легкий босс. Первый намного сложнее был. Смотри, когда будем смотреть воспоминаний. Сейчас пойдем посмотрим. Мне дали выход дальше. Теневой анус. Здорово, мужики. О, кабан. Свои-свои. Эйбан. Послание от монаха. Пусть победит лучший. Слань, нашел пушку и имбулечку. Не, я с говном бегаю до сих пор. А чё? Чё, пере... я не знаю. У меня сейчас 1700 урона с прыжка. Есть... Какие пушки дадут больше? Я отвлеклась, убил, конечно. Один раз крикнул на друзей и убил. Вай. Боссы кокнули, да. Магия живого бога. Вообще нихуя не могу. Да не знаю, за 40 трайв убил. А, ну вот. Короче, едем туда-сюда. Подсмотримся. Узюр поешь, если, по-моему, дальше всех пока прошел. Есть! Сосать говно. Я недавно начал. О, там Dragon. Dragon Knight. Э, блять, как это? А че оно не это самое? Че за хуйня? Парни, что это? Почему я не... Че оно не едет? Баг? Странно. Вы пойти убить дракона? Или пощадить их? Блин, как-то двигается странно. Не надо так. Байт лагает, сука. Мимо-мимо, это мимо. Лаги-лаги, это лаги. Ну да, правильно. Нихуя они меня пробили, вы чё? Я дракона бью, бля, ты еблан? Или чё? Охуя. Не надо. Мимо-мимо, это мимо. Мимо-мимо-мимо, это мимо. Ага. То есть лежачего, да, убили? Найс. Ру-ту-ту-ту. Ебать, у него хп, конечно, много. Интересно, он хилится вообще или нет? По идее, не должен, да? Или должен? Сейчас проверю. Все-таки, не, похилился, вот это уебок. А, да? Че они все в баблах каких-то, а я нет. Понятно, короче, нет смысла его бить, мне кажется. Вот это странно не работает, я не понимаю почему. О, заработало. Ну вот, что могу сказать про Elden Ring, это пиздец. Высасывают из тебя силы, как будто бы. Вот убил 3 боссов. Ну, как будто бы меня целый день ебали в очко. Оружие душ не посмотрели. Да, сейчас посмотрим. Сейчас костер найду. О, вот и костер. Тяжело прям. Реально, вот тяжело прям. Не знаю, кричу там этот. Ну, тяжело. Вот я бы сказал, вот первый босс мне не понравился. Второй босс более-менее понравился, но я бы ему дэмэдж уменьшил во второй фазе. Вот уменьшить чуть дэмэдж во второй фазе было бы идеально. В целом, второй босс прикольный. Но вот первая хуйня. Ставлю 0. Ты думай головой. Церемональная смазка. Иди сундук с сокровищами. А как его открыть? А ёб? На классы? Иди тайная тропа. Да вы заебали. Любые подсказки, блядь, долбоёбов. Ничего нет. А нет, сундук. Слушай, хорош, мега хорош.
Талисман огненного дракона плюс 3, нихуя. Ты какой-то новый? Сосредоточение огню до предела. Круто-круто. Круто-круто, это круто. Если будет огненный босс, то это вообще класс. Ну привет, ну здравствуйте. Ой-ой-ой, это что? Это босс? Черный рыцарь Эрдред. Стамины, блядь, нет. Да, понятно. Как восстановить стамину по-нормальному? Никак. Он станется с ПКМ, это лох. Жадничь. Так я стамину не могу восстановить, я не знаю. Он спамит, сука, ебаная. Ой, я тут появился? А я же не сел на костер, хули я тут появился. Здорово, мужик. Давай, давай. Вот видите, он станется как бы. Остановил стамину. Стамины нет опять. Меня убил только что. О, ну все, заебись. Ты, конечно, прошел игру полтора раза. Какие полтора? Я один раз еле-еле прошел. Полтора. Ебать легко, так он станется, конечно, легко. Дар, говнила, крылья. Все? Это все? Ну понятно, хуйня. Ни меч, ни хуя. Где 150 оружий? Почему нашел только 3? Мне кажется, их надо было все, вот, ну какие-то, большое количество поместить в начало, чтобы я мог проходить с новым оружием. Я не могу. Конечно, журналисты хвалили, мол, 100 на 10. Лучшая DLC. Ну не знаю, мне кажется, Фрида все-таки пока что получше, чем все ваши DLC. Рида и Гаэль, вот это топ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так я читал то ли интервью, то ли что с разработчиком Elden Ring, и он говорил, что в Elden Ring надо играть с гайдами. Ну, типа, мы типа делали так, что тут очень много всего, секреток, и тут надо, чтобы сообщество вместе-вместе все решало. Типа, или с гайдами, или ты с другом там, что-то. Нет, типа, ну, люди должны делиться знаниями, и тогда круто ты будешь играть. Если ты будешь, типа, сам проходить и ничего не это, то будет тяжело и долго. Что-то такое. Не сказали, что не осуждают типов по гайдам. Не-не-не, они мне сказали, что тут нужно вместе все делать. С друзьями, друг. У вас что, нет друзей? Бро, у тебя что, нет телефона поиграть Diablo Immortal? У тебя что, нету друзей поиграть в Elden Ring? У тебя есть. Не отвечаю на персональные вопросы. Ебать, это здоровый. Вот это точно босс? Будем его трахать? Или не надо? Вот это точно босс? Да. Да пиздец. Не дает ударить. Блять, не, что-то. Что-то тут не так. Что-то тут вообще не так. Че он так быстро бьет? Или сука стонет, я ебал. Действительно? Хочешь, чтоб мужик стонал? У него анус. И где этот босс? С какой стороны он? О. Впереди смелость, короче, большая дорога. А где босс-то? Где я сдох? А, ну, наверное, просто на кадуше можно бежать. Кру-ту-ту-ту. Может, надо на лошади чизить? Ну, ему просто похуй. Не, пиздатый босс. И, блин, никакой босс меня так быстро не убивал. Просто секунда, все, ты умер. А первый удар я на землю кладусь, второй удар он меня на земле добивает. А моление так же стонет, когда ее ебут? Я не знаю. Я, кстати, моление, дальше сам думай. Слушай, ну... Зачиздил на лошади. Пизда-то зачиздил.
Ice damage. Я могу когда-то ударить или нельзя? Я походу нельзя. Я встану, не? Пиздец, чё это? У него миллиард КП, и он не безостановочно хуярит тебя. Чё это, блядь? Мне ещё нравится, что он каждой атакой просто меня в воздух поднимает, и я 2 секунды в воздухе, потом падаю, пока встану, он опять меня бьет. Это... вот это честно. Это честно. Куда? Стою сзади, братан, лови тычку. Это звуки Урсы из Доты, блядь. Что это было? Буквально звук Урсы из Доты был. Пизделин, рейдж. Я не верю, что в реальной жизни медведи также орут. Было бы очень смешно. Я хочу, блядь, в лесу это услышать. Доту. Блядь, Дота в лесу. Блядь, что у неё? Он хилится, что ли, или чё? Заебись, молодец. Медведя. Да, я слышал, я видел YouTube Shorts на эту тему. Охуеть, это да. Вот что? Крик дамажит? Как? Как может крик дамажить, блядь? Что? Нет, этого босса не победить. Давайте его пропустим. Это какой-то бред. Крик дамажит. Все дамажит. Че за бредик? А, это бредик. Понятно. Ну, тут понятно, это бред. Ой. Все, я на троечку, давай. Не, ну тут понятно, бред, то есть. Быстро сдался. Так а в чем смысл? Он ничего не делает, этот босс. В плане ничего не открывает, зачем мне его убивать? Потом в конце DLC убью. Вот этот медведь, мне кажется, это пример хуёвого босс-дизайна какого-то. Не, вообще, ну, может быть настолько хуёвый босс. Медведь. Огромный медведь тебя ебашит очень быстро. Почему он такой быстрый? А, просто так. Что это такое? Что это звук? Где-то раскололась великая руна. Может, не чары развеялись? Что? Ебать лаги? Не понял нихуя. Чё? Ты на чем ты скачешь, мальчик или девочка? Не знаю. Где-то раскололась великая руна. У меня в попе. Ну, кажется, сейчас босс тут будет, не? Ну да, вот Марика. Сейчас будет босс. Ту-ту-ту-ту. А вот он. Я же перекатился. Эх ты, сука. Охуенный босс. Мне уже нравится. Так, босс-медведь. Нет, босс-гиппопотам. Охуенный босс. Тигр, гиппопотам. Ладно, вот второй босс классный, человек, типа класс. Вижу скип через 4 смерти, но этого скипать походу нельзя. Судя по всему, этого не скипнешь. А что делать, когда он у тебя бежит? Нельзя... Он кусает меня всегда. Хуесос, и все, у меня... Блядь, 1600 урона всего лишь. Блять, найс у тебя рот, долбоеб. Ебать, это что? Он елочка. Не надо, пожалуйста. Я просил. О, я уклонился как-то. Я не понимаю, когда он бьет. То есть у него любое движение тела, это может быть удар или что? А то сейчас меня ударил пузом как-то. Какой-то очень плохо сделанный босс. Прям вообще супер дерьмо. Супер как-то дерьмово сделанный босс. Вот кто это, блядь? Блядь, ну и говно. Не хватило времени и желания, не критикуйте. Блядь, ну и дерьмо. И откуда у гиппопотама иглы? Не очень понимаю. Ну, ладно. Что сделали, то сделали, молодцы. Как бы, ну, что сделали, да. Ну да. Кому пойдешь? Ну, гиппопотаму, походу. Медведь сложнее, чем этот босс. Ну, блядь, найс камера, как обычно. Делаем босса размером с локацию. Камера будет, угадайте где? В небесах. Заебись. Молодцы. Пока что из всех боссов вот это самый хуёвый, самый хуёво сделанный. Прям, блядь, вообще отвратительно. Не ложься на него, так куда я тогда буду бить? Охуенно. Можно я встану? Похожу? Нет? Заебись. Это круто. 100-тонный гиппопотам прыгает мгновенно. Ни секунды, ничего не проходит, просто мгновенный прыжок. Верим? Конечно. И не то, что не гуманоид босс, он слишком огромный.
Не? Для Elden Ring. Вот что это? Как я должен понимать, что он атакует всем телом? О, найс. Охуенно. А, он реально просто всем пузом кладется на пол и все. Видели? Он просто пузом на пол хуярит и типа бьет тебя. Ну я нажал ЛКМ, алло. Понятно. Вот сейчас что происходит? Как я могу это увидеть? Как я могу это увидеть? Что это за кал? Тут разрабы вообще постарались. Молодцы. Там килограмм 35, не больше. Блять, как можно было так хуёво сделать босса? Прям вот настолько дерьмо. Ставлю лайк огромный. Отлично. Снимай лок. А как ты будешь направлять оружие без лока? Чё? Лев такой же? Так нет. Лев хотя бы бьет там руками, головой, а этот бьет всем телом. Ты стоишь у него сзади, он просто... Ну я просто сейчас ебанусь на пузо, и тебе нанесется дэмэдж, потому что у меня пузо наносит очень много дэмэджа. Что, непонятно? Как от этого уклониться? Если не в последнюю секунду, то он тебя ест. Если в последнюю, то он тебя ест. Пиздец. Охуенная камера. В игрушке он без лока не умеет драться. Ну так весь смысл игры в локе, нет? У него-то таргет-лок вечный, и ему не нужно видеть, он, блядь, программа. Сюда попадает. Вот как он попал? Я же точно... Вот, заебись. Без лока. Как вам камера? Видно его внутренности. Охуенно. Вот это, бля, вообще... Ну вот, у него внутри пустота. Это игра, потому что... Заебато. Как мне надо уклониться? Спасибо, Toyota Camry 3.5, за пое в нике. Вот так надо уклониться, я понял. Вот чем он бьет? Всем телом? Значит, ну, всем телом? Охуеть. Хватит, пожалуйста. Можно похилюсь, не? Нет, да? Со всем телом уебался. Молодец. Пас. Блять, ну и дерьмо ваше DLC, я в ахуе. 2300, почти как основная игра, вот за это дерьмо. Ну вот что это, как от него уклониться? Иди, это не захват. В этот раз, вот это круто. Заебись. Че, я ебал. Господи, пройдите мне этого босса. Запишем свинья слабее медведя и бегемота. Причем здесь твоя мать? Вот, смотрите, пошло? А нет, другой. Опенинг, заебись. Нихуя меня крутануло, за что? А за что меня прокрутило, нахую? А вот оно. Ну как это уклониться? Как? Как? О, не дало выпить. Просто застанило во время питья. Заебато. Убежать невозможно, тоже класс. Духа вызвать не солидно. Ну, у тебя и голос. О, надо в другую сторону просто. Все нормально. Что ты лысый? Я даже не вижу, что эта атака делает. Сейчас будет прыгать, наверное. Добью мы бы. Вот бы добить еблана. Охуенно. Вот это круто. А вот это крутая атака. Найс. И как это доджить? Ой-ой-ой-ой-ой. Поиск виноватых? Чё, блядь? Я не понимаю, это поиск виноватых? Ну иди нахуй с этим захватом, ебанат! Придумали дерьмо, блядь, а мне это есть. Какого хуя? Долбоебы, сука. Уроды конченые. Ну опять этот захват. Ну что я с ним должен сделать, блядь? Он просто бежит с открытым ртом. И открытый рот это захват. Охуенно. Бля, молодцы. Вот это геймдизайн классный. Надо еще рот было еще чуть-чуть расширить на всю локацию примерно. Заебись. Ну класс. Еще чтобы он очень медленно шел, чтобы ты не смог перекатиться. Угу. Молодец, молодец. Круто. Пожалуйста, не надо убивать меня. Бля, почти. Если бы атака отменилась, ебать. Почему я, если два раза нажимаю ПКМ, он всегда делает комбо из двух атак? Я не жадина. У меня атака не отменилась. Я просто спамлю ПКМ, но я не могу перекатом отменить вторую атаку. Пиздец, дерьмо. Я бы сейчас выиграл уже. Ясно. Бля. Если настолько навязанная клавиш, надо ее выключить. А реально такая есть? Мне кажется, такое не может быть. Стан. Стой, стой. Куда, блядь? Домашний.
Ебать, за что? Ан? Найс. Вроде изи, нет? Я его сейчас добью, не? Как вы думаете? Вроде добиваю, да? Блять, наконец-то. Ебать, я умнич. Но это на умничек было. Нет. Соси, нет. Хует. Ребят, ну вот, одновременно с Антоном убили босса. Как братья. Вместе, вместе. Одновременно босса убили, видите? Так. Кстати, ровно под песню, без третьей фазы, да. Песня Дизмара снесла, Фланя. Дизмара снесло то, что он встал АФК на 15 секунд и смотрел на меня. Я охуел, думаю, чё? Найс геймдизайн. Реально крутой. Так, стоп, 15 секунд АФК. Это, наверное, круто. Я умру в туалете. Стоп, я умру в туалете. Спасибо Глафире Поя, действительно. Есть какой-то секретик? Голова не требуется? Так. Кстати, ровно под песню, без третьей фазы, да. Песня Дизмара снесла, Фланя. Дизмара снесло то, что он встал АФК на 15 секунд и смотрел на меня. Я охуел, думаю, чё? Найс геймдизайн. Реально крутой. Так, стоп, 15 секунд АФК. Это, наверное, круто. Так. Чё, убил Гивоватама? Ну, как видишь, да. Ну, я там этот, профессионал. Ну, типа профик сильный. Ну да, изи. А трупово брать? Ну сейчас. Кинжал для левой руки. Они как-то отличаются. Плот. Реально? Опа. Кадуши. Копье солдата Месмир. О, кадуши. А я отсюда пришел, наверное? Да. Да. Вот, ребята, еще один босс повержен. Ну тут надо было подумать головой, что я и сделал. Да, пришлось думать. Ну в целом нормально. Пойду хуй взорву. Что я сделал? Руки помыл. А надо? Братан, руки надо мыть перед тем, как идешь взрывать хуй. Потому что смотри, у тебя хуй лежит в мешочке тканевом целый день. А руками ты трогаешь всякую хуйню там. Понял? Думай. Бля, игра высасывает силы, реально тяжело. Всех тканевый мешок на хую, кстати. Все, я голос потерял, пизда. Да, парни, я голос потерял. Заставили меня кричать, ну и что это? Я женщина до 1900 какого-то года. То есть у меня что, ничего нету? Вы думаете? У меня нет голоса. Ладно, я просто поеду. Впереди лестница, тогда осторожно край. Сюда. Впереди нечто. А что тут? Нужно ли мне сюда идти? Или мне нужно туда идти? Где тут вейпоинт? Ой, этот. Костер. Иди к женщине. Я не хочу идти к женщине. Я боюсь женщину. Бля, тут вода убивает, как вы думаете? О, почему опять жив? Или тут вода не убивает? О, это что, спуск к Медиру? Там то же самое было. Пока что ноль тайных троп. Опа, картина. Реально? Где-то я такое видел. Ебать, первая тайная тропа. Ничего себе. Круто. Нет, ну это круто. Так, бежать больше некуда, да? Так, ну что там, где следующий босс? Показывайте жопу. Такнуть в гробу. Бля, точно надо? Ну, я согласен. После гроба будет плюс 10 этот заточка, да? Или как там говорили? Пошло дерьмо. Разве не умрешь, стоя и став в таком гробу спускаться? Ты где я? Стой, где я? Ты кушаешь? Вот новый нашел. Протеин кукис, шугар фри, глютен фри. Молодец. Вафли красная цена. Блять, сегодня надо еще пол помыть, выкинуть мусор, а то завтра придет хозяин хаты. Чего ему надо тут посмотреть, я не знаю. Попрошел только месяц. О, еще один великан живой. Что ты, малая? Какой топнешь? Ебать, у него хп. Че? Блять. Че за хуйня? Это все? Найс, классный босс. Ничего. Походу их не убить. Аламыч убил великана. За мага? За мага? Ну, только я не на маге, а на нормальном классе. Что, еще раз попробовать его каркануть? Или не надо? Блять. Найс дэмэдж. Интересный. Да, давай, ты с первого трая не понял. Ну да. Не, что-то многовато. Многовато хп слишком. Блять. Ну и что это? Ебать. Не, хп многовато. Где хп его? Ну вот, смотри. Сейчас покажу.
Вот оно. Одно фуловое. У него 1100 хп получается, где-то так. Либо больше. О, он упал. А куда его бить-то, когда он упал? Не знаю. Это он... Не, это он упал. А, это ваншотает. Ну хз, я его ударил раз 20-30, у него хп не пошатнулось. Точно магия имба, да? Абсолютно имба. Братанчик, тебе не надо подходить к мобу, чтобы его ударить. Ты можешь просто отбегать и трахать. Я был здесь, прошел сюда. Тут как-то надо наверх, да, забраться. Как дела? Ну вот убил несколько боссов. Самый бесячий гипопотам был нехороший. Можно их не убивать. Впереди смерть. А как мне спуститься тогда? Не понял. А как спуститься тогда, братан? Ты впереди смерть. Не, по идее не смерть. Не, не смерть. Что за обман, нахуй? Да-да-да-да. Ай, ну, хз. Подземелье проходить надо? А надо? Нет, а надо? Блять, сейчас будет... О, боже, будет босс сейчас. Ай, я чувствую, сейчас будет босс, вот прям сейчас. Здорово, мужички. Хуя. Я пошел. Это огромная пушка, которая меня сейчас ёбнет. Я не понимаю. Блять. Действительно. О, найс дэмэдж. Как я люблю. О, это мой любимый дэмэдж. Можно? Я пойду. Охуенно. А чё я, от чего я умер? Чё за хуйня? От чего я умер? Клин марики. А, ну клин у босса, походу, да? Ага, найс клин марики. Ебать, и мне оттуда... А нет, тут еще один клин марики, нормально вроде. Хватит кам-тентита. Посмотрим, что тут за босс хотя бы. Главный инквизитор Йори. Здравствуйте. Хуя кастует, еблан. Кастует. Нихуя. То есть, чел не станется? Нихуя классно. Чел не станется? Что за бред? Интересно. А че он не станется? Бля, я не могу его найти даже. Ай-ай, еблан. Кто он не станется-то? Он же маг вообще вонючий или нет? Это Вера, он крутой. Да-да. Вера-вера, это Вера. Опять чел со скиллами ласт босса, но хуй знает, почему у него скиллы из босса. Я чела 3 раза ударил хэви атакой, он дальше просто стоит и кастует. Чё за хуйня? А как он, блять, вот смотрите, вы маг, к вам подходит чел с 2 мечами огромными и начинает с вас хуярить. И вот такие, да мне похуй, да мне похуй, я не буду прерывать каст. А тут нет немоты какой-то, не? Может немота какая-то есть? Бро, мне похуй. Вот, пошел каст. Пиздата. Опа, мужики. Чё это такое? Это Ринала только с пуджами? Охуенно. Блять, что это? Что это за босс, блять? И, кстати, я его не могу дозастанить до сих пор. Он не станется! Когда бить мужика будет инфа? Я не знаю. Ну, сумонов его убить нет смысла, потому что ты убиваешь, он сразу призывает еще раз. Ну, интересный какой-то босс. Тяжелыми мечами нет атаки для окна, действительно. Почему он не станется, вот это мне интересно. По-любому, если он маг, то у него поезд должен быть маленький, и я должен его станить. Но этого нет. Здравствуйте. Вот как тут пообузить можно, не знаю. И можно ли вообще? О, найс. Найс, мили атаку заюзал. Ты что, дурак? О, все, понял, понял. О, если подряд... А, это как моление, нихуя. Вы видели? Он станабл, но там очень маленькое окно. Как лазбосс прям, да. Не надо. Нет, нет, нет. Ой, блядь, сейчас пойдут призывы. Призвал, если он атаку делал, what? Не надо. Давай я тебя добью просто, я пойду дальше. Нет? Где он там? Понятно. Я долбоеб? Ну что? Нет, блядь. Что произошло? Что? Я нажал бить, он не бьет. Он просто встанет, стоит бесконечным. Пиздарь. Иди нахуй, еблан. Я 2-й раз его бью, блядь. Ой, блядь. Так хорошо сделал, такой хороший трай. А нет. А было... Ты чё, блядь? Ну он встанет тебя просто. Иди нахуй. Вот это уёбок, а. Братанчик. На. Найс дэмэдж, охуенный. Так я не могу фейс-роллить. Что значит фейс-роллить? Там одна атака, я нажимаю бить и все.
А оно не бьет. У меня просто сзади жирный трахает. Он еще начинает кастовать. И что? И он стоит где-то в могилах. Туда хуй доберешься. Не повезло, видите? Nice unlock. Unlock. Ну, кстати, вообще лечащий босс, если его станет. Но я вот после стана его не смог ударить почему-то. На-на-на. Как это? Достанься позже? Ну, понятно. Главный инквизитор Йори. А вы потом говорите, что магия не ОП. Вон он стоит в конце и кастует свою хуйню. И что сделать? Кто из мейн-боссов убил? Ну, льва, девку с двумя мечами, гиппопотама. Кто там еще был? Я не знаю. Чела в крепости. Я вот топлю в Эстусе, а он кастует. Что значит топлю в Эстусе, че? Ты что, дурачок? Я просто его хуярил. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да? 10 хуёвин он делает. Найс, вот это круто ты сделал. Мне нравится, молодец. Хэн-хэн-хэн-хэн-хэн-хэн. Найс. Крутой мужик. Че там магию кастануть? Я тебя палкой просто ёбну по голове. Молодец. Ну, в целом норм, босс. Не знаю. Ну, только в конце он начинает призывать 8 человек. Маг с призывом, прикиньте? Ты вот на магии играешь, еще и призываешь челов. Это пиздец. То, что игроки так не делают, да? То было бы слишком легко. Клави играешь? Абсолютно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ай, забыл, что надо уклониться. Немножко подхилиться. Ой, сейчас я ему два удара еще дам. Ой-ой-ой. Или не дам. Подхилиться. Это плохо. Блять. Толстый, ну ты заебал. Полное ТВ. Ай-яй-яй. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да? Ревание Эстусом происходит так. Вроде изи, да? Я говорю, легкий какой-то босс. У него дэмэджа мало, я думаю, в этом проблема. В прошлых боссы ваншотали почти. Супер мало дэмэджа. Или мы бы потому, что я поменял амулет. Может такое быть. Да, МБ. МБ, да. Но поменял мало урона. Ой. Что-то скрывается. Сперва это невыносимо. Сперма. А, сперма. Впереди лошадь отсутствует. Впереди лошадь отсутствует. Крутая лока, удачи, Саня. Блять. Может не надо? Мне сказали, что DLC за 8 часов прошли. Ну вот я уже 8 часов и не прошел пока. Почему? Мне еще далеко до конца. Это мобы или это свояк? А, это дерево. Я думал, это человек. Вот смотрите, типа у него ноги, рука, вторая рука. Вот видите? Очертания. Ноги, рука, тело, вторая рука. Я думал, это человек. Призрачный скакун напуган. Ебать, что за хуйня? Это ад? Впереди сообщение. Заславится друг. Что, начинаю его расстрахивать? Я понял, братан. Все. Я понимаю. Безумие. Найс. Найс, чел. Слушай, за три удара мне внушил безумие, а безумие меня шотнул. Так, ты меня ударил двумя двуручными мечами, братан. Я тебе могу просто шлепнуть ладошкой, и ты, блядь, безумен. Давай. Что, я безумен? Пизда мне. Уходи, уйди от меня. Отойди. Ой-ой-ой, нихуя. Это что? А я сейчас безумен буду. Все, мне пизда. Или нет? А что ты не похилился-то, братанчик? Безумный? Лань безумия. О-о-о-о. Кайф. Как игра? Называется? Называется Elden Ring. Да, сюда бы какой-то телепорт. До сюда бежать оттуда, пиздец. 1000 километров. Какой-то телепорт мне сообразите. О, смотри, сообразили. Спасибо. Заброшенная церковь. Спасибо. Туси перехайпили. Абсолютно верно. А хайп, как вы знаете, запрещен. На моем канале.
Блядь, так не хочу сегодня полы мыть, ёбаный рот. За что, блядь? Можно ничего не буду делать? Никогда. Ту-ту-ту-ту-ту. Еще и мусор выкидывать, блядь. Я только выкидывал недавно. Это какой-то хуй какой-то. Он меня видит? Наверное, военный моб. Я умер. Пиздата. Что это, блядь? Моб, которого я не могу потрогать. У него нет ни хп, ни осязаемого тела. Разработчики, молодцы! У-ху! Классный моб. Я его ударил, у него тело неосязаемое, блядь. Он меня убивает ваншотом. Круто, блин. Слушай, ну круто, да, вот это придумали. Коня, кстати, видите, огромная локация, лес, сколько я бегу. Угадайте, что с конем? А скакун напуган. По пустому лесу ты должен идти сам. Что это за моб? Его просто оббегать надо? А как я его оббегу? Не представляю пока. Окей. А, он меня догнал. Блять, что с игрой? Что это за хуйня? Моб бессмертный, который тебя ваншотает. Что я должен делать? Что я должен сделать? Присядь в зарослях. Вот мне тоже кажется, надо просто присесть. Походу, надо стелсить, реально. А, тут их много еще. Очень странная локация, я не понимаю. Тут никого нет. Огромный лес, нельзя призвать кокуна. Никого нет, тебя ебут. Что сказать? Ну, папа Дзаки сделал красоту, конечно. Сражаться бесполезно. Притаись и жди подходящего момента. Бэб Дзеки. Да, тихо, меня не видно. А нет, меня видно. То извиняюсь, я пошел. Безумие. Или нет? Надо. Да ёбаный твой рот. Ёбаное хуйло. Как DLC вижу, что ты бежишь по пустому миру, охуеть, это Миядзаки гений, да. Огромный лес, где стоит один моб, и тебя ваншотает, и ты не можешь его ваншотнуть. Единственное, как можно пройти, это... Ты даже пробежать не можешь, видишь, я не могу пробежать. Единственное, как можно мимо него пройти, это сидеть в кустах. Ну уж, слушай, ну... Миядзаки гений, конечно, я в ахуе. Ну что, ну такого я не ожидал. Торчит огромная бубылда, как думаете, меня видно? Ну я не вижу. Я вот не вижу. А вы видите? Я не вижу. Ну давно я не играл в игры, чтобы надо было вот скилл именно показывать, да? Там перекат, вот это бить, конечно, блин, отвык. Прикольно, конечно. А-а-а. Нет, Бабадзаки все-таки гений. Теперь их двое. Ой, все, парни, беру слова назад. Все-таки гений. Я-то думал, типа, вот, всего лишь один. А нет. Так, ну ладно, вроде можно идти. Кто-то хрюкает. А, огромная крыса. А зачем я это делаю, я не знаю. Просто я бегаю, типа, блин, и чё? Вот просто бегаю. Вон паттерны бессмертия в играх, это реально уебищ на какой-то этих мобов. Ну да, круто. Моб в игре про убийство мобов бессмертный, это всегда круто. Да правда, все пятна крови. Мне надо прикончить эту суку. Они меня видят отсюда? Чё за хуйня? Я за деревом! Все, Бабадзаки официально гений, все, я понял. Все, я понял. Япончик, не, я стою за дубом, ну как бы, нет так нет, как бы, окей, отлично. Не, я понял, то есть челы телепортируются через текстуры? Заебись. Нет, я понял, окей. Блин, ну я вот офигеваю, конечно, думал DLC кал, а Бабадзаки такое мне показал. Говорит, моба бить нельзя, нужно этот, прятаться в кусте. Работаем? Я такой, ну хз. Он говорит, а если моба 2 будет, и еще крысы и дуб? Ну тут я уже, как вы сами понимаете, не смог отказаться. Я тут бегаю уже час, блядь. Что тут делать? Пустой лес. Лошадь вызвать нельзя, потому что он напуган. Охуенно. Меня хуй напуган. Просто круто. Молодец. Хз, как думаешь, если вебку подружишь, здесь больше станет или наоборот? Я думаю, раз 10 больше минимум. Поэтому не хочу пока применять. Не готов к такой популярности. Здоровый. Пиздец. Ого, вот это графоний. Охуенно. Бабадзаки, лайк! Вот это круто! Сука, что с графикой? Я ничего не вижу. Заебись. Я нихуя вообще не вижу, даже примерно. Охуенно. Ну и хуйня это DLC ваше, это просто пиздец. Это просто... Я 2 часа бегу, блядь, в темноте по лесу. Это класс. Почему? Что это? Зачем это? Для чего вот эти 2 часа беготни по лесу? Я вот вообще не понимаю. Кому они нужны? Они кому-то, ну, реально надо? И реально кому-то надо? Я даже не вижу этого моба, я не знаю... Здесь в конце Локи реально босс с кальяном. Сам ты захуярил кучу полубогов и самого бога. Самый пиздатый и крутой, но тебя хуярил, ты одно начал ваншотом. Ну да, это норм, я считаю. Я считаю, это абсолютно нормально. То в лесу каком-то ебаном живет чел, который ваншотает, ну, всех. Да, это норм. Так это самый кайф. Я вот думал, открыл карту, думаю, нихуя. Вот это, конечно, карта огромная. Конечно, блин, много они добавили в DLC. Вот здесь, вот на этой локации огромной, я только одно... А, я даже босса тут не встретил, не? Я только на входе встретил, а в этой локации ничего. Ничего. Никакого лута, никакого босса, ничего. Нормально? Я не понимаю, куда бежать, тут не, ну, непонятно, что делать. Я сейчас просто выйду с игры и пойду мыть полы. Что думаете? Как вам такое? Мне кажется... Не, подожди, мне надо вот сюда. Вот, отсюда вот сюда.
Где-то здесь. Как сюда попасть? Откуда? Сюда нельзя, здесь заперто. Отсюда мы бы? Ну тут низина. Отсюда мы бы? И наверх? Сейчас. О, это может быть оно. Или это опять подземелье? Это опять подземелье, Сань. Ну это хуйня. Это комбо туманного разлома. Я тут был или нет? Вроде как нет. Да, я тут не был. Дверь закрыта, я тут был. Ой, короче, все, пошел я нахуй. Я тут был, опять запутанная залупа. А, дверь-то закрыта была. Был я тут, нет? Это комбы. Блин, вообще, по идее, я с них могу выйти в эту локу, да? Бля, походу, с них и надо выходить. Как чем-то воспользоваться? Блин, не знаю. Еще оружие новое выпадало. Где оно? Ее солдата. Вот оно, да? Нет, это коготь. Вот, безумие. О, ну и хуйня тут арт. Это просто пиздец. Да. Насрите мне в жопу лучше. Что это за арт? Ну, короче, все, тогда можно закругляться. Ну, чуть-чуть поиграл, можно закругляться, да. 9 часиков. Поубивал там боссиков. Вроде нормально. Только, оказывается, основного одного убил, остальные были не основные. О, сейчас лагать будет. Я не сможет подмыть полы? Не знаю. Не знаю. Что там, робовой был? А кто-то стримит вообще? Кто-то стримит? Нет. О, гилти. Кто тут? Нравится девочка? Кино аукционов, 2 фильма. О, маг. Пизда. Братан, да я уже прошел его. И магия играет, ламыч. Ну, конечно. Смотрите, есть секретный стрим «Малыш». Можно надуть малыша. «Малыш на льве, 5 часов». Я думаю, это смешно будет. О! Ебать, 5 часов на льве, ебать, кайфарик. Ну что, вот так вот, неплохо. Ну, такой DLC, знаете. Сейчас посмотрим основных боссов. Что там вообще? Ну, девочка вообще несложная была, я хуй знает. Все, давайте, пойду мыть пол, не нагибайся за мылом. Я буду с прямой спинкой, я не буду нагибаться. Все, я пошел. А, блядь.